Израильские врачи не спасли Караченцева от рака. Супруга актера Николая Караченцева поделилась нерадостными новостями. По словам Людмилы Паргиной, лечение в Израиле не дало положительного результата, и теперь артист ожидает химиотерапию, чтобы избежать развития метастазов. Недавно Николай Караченцев и Людмила Паргина вернулись в Россию из Израиля. Там популярный артист проходил лечение лучевой терапией. Супруги надеялись, что местным медикам удастся победить рак. Однако надежды не оправдались. По словам актрисы, Николай Караченцев уже прошел первую процедуру, после которой они поехали гулять. Людмила Паргина не скрывает, что неприятная новость ее расстроила, однако не падает духом. По-боевому настроен и Караченцев. По словам актрисы, он пребывает в бодром настроении, чувствует себя хорошо.